Меньше недели остается до начала учебного года. Родители совершают последние покупки, но не всегда качество канцелярских товаров или школьной формы соответствует принятым стандартам. В управлении Роспотребнадзора заработал телефон горячей линии, по которому принимаются жалобы потребителей на качество и безопасность детской одежды, обуви, игрушек и детского питания. Обратиться на телефон горячей линии можно до 4 сентября с 10 до 17 часов. Кроме этого, на сайте ведомства даны рекомендации родителям при подготовке к школьному сезону.